Всем большой привет! Давайте посмотрим пустые баночки, которые у меня накопились за последнее время. Где-то за месяц и, можно сказать, пустые баночки февраля. Но не за февраль. Некоторые я использовала несколько месяцев. Буду, наверное, в хаотичном порядке сегодня немножко показывать, потому что как-то оно у меня тут все разбросано. Как гель для душа и как жидкое мыло, но чаще как жидкое мыло, я использовала вот этот гель от Vitex или Vitex. Королевская орхидея, вода Фиджи. Хороший гель, и как мыло работал хорошо. Он не кремовый, это гель. Кожу не сушил. Достаточно густой, работал прекрасно, экономично. Вот если посмотреть так, то 3 месяца я им пользовалась, причем... Как жидкое мыло, оно такого красивого, нежно-розовенького цвета. Приятно выглядело. Наконец-то закончился у меня детский шампунь. Тоже видно, что я его растянула на несколько месяцев. И то вот, где не было меток, порой это значит, я либо в жидкое мыло добавляла, либо не каждый месяц делала отметки. Полгода, наверное, у меня стоял. Время от времени я использовала. Как детский шампунь, он хорош. Но так как у меня ребенок успел вырасти, а я вот все дотрачиваю его детские продукты, для взрослого человека, конечно, слабовато и опасность есть, что волосы могут как-то реагировать. Но меня, по крайней мере, так напугали. А вообще два в одном, это с кондиционером шампунь, очень даже как детский неплохой и густой, кстати. Далее. Гель для душа, который я тоже использовала месяца три с огромным удовольствием. Ну, почему три месяца? Потому что несколько стоит, пользуешься не одним, и получается, что растягивается. То есть каждый месяц вроде в пустых баночках гели есть, но каждый используется не один месяц, выходит так. Густенный, ароматный, прекрасный, вот настолько прекрасный парфюмированный у него аромат был. Совсем не сушит кожу, с водой нет искажений какого-то ароматного. Вот у меня, к сожалению, на воду и фрашевские ароматы часто в гелях искажаются, какой-то болотиной начинают пахнуть. Не все, но такое случается. А этот, это просто прелесть. Да еще такой экономичный, я им пользовалась реально долго. Прекрасный гель, Palmolive вообще молодцы, и он очень густой. Вот остаточки вылить, он перевернутый долго стоял, было прям непросто. Так, тут у меня еще попадается средство мужское, шампунь, гель для душа, два в одном. И вы знаете, я как шампунем им даже пользовалась один раз, когда мы в сауну брали, и я воспользовалась им как шампунем. И очень даже неплохо работает. Он, по-моему, даже кремовый, а может быть и нет. Не помню. Написано тонизирующий. Мои мужчины больше пользуются таким, как гелем для душа. Но вот когда в сауне, они оба пользовались им как шампунем. Ну, промыл. Волосы тоже промыл, как гель работает хорошо. Я не сказала, это Faberlic. Так, по-моему, по шампуням, мылам. Нет, по шампуням не все. Закончилась у меня пара, я ее брала на рандеву от Zeytun, и мне хотелось потестировать. Вообще компания Zeytun для меня была новой, вот так, чтобы прямо вот и разные шампуни попробовать, и гели, и средства для очищения. Кремы сейчас у меня для лица ночной, дневной использую. Ну, в общем, вот у меня такая парочка, шампунь и маска. Давайте поближе покажу. Это натуральная, как всегда. Продукты натуральные, поэтому шампунь пенился плохо, экономичного расхода не получилось. То есть надо было больше на всю длину волос потратить шампуня, ну, потому что пены нет. И выходит, что нужно было средства больше. Но промывал хорошо, и волосы оставались такие мягкие, не было вот спутанного комка. Вот. А маска, она глиняная. Так, где тут? Вот. Даже скорее не то, что глина. Или голубая глина, или грязи здесь. Наверное, голубая глина. У нее цвет такой прямо. Не знаю, видно вам или нет, но такой грязево-голубой. И аромат пахнет курортом. Когда вот
всякие грязи на себя намазываешь. Ну, в общем, хорошая маска была. Единственное, что нужен был потом кондиционер, волосы, чтобы не магнитились. Но вот эта пара работала неплохо. Единственное, так как натуральный, ну, не единственное, это уже какой, да? Так как натуральный продукт, шампуня надо было больше. Уходил он быстро. Далее, дезодорант у меня закончился от Рексона. Нежный и сочно. Такой я больше бы не купила. Мне совершенно не понравился аромат. Летом бы я вообще не хотела такое использовать. Ну вот, как бы попользовалась и ладно. Меня не подводит. У меня нет такой сильной, серьезной проблемы с потоотделением, с запахом, чтобы вот сказать, не справляется. Потому что я слышала отзывы, что Рексона не справляется. У кого проблема, ну, поярче, чем моя. У меня как бы вот справлялся. Как аромат, только не понравился совсем. Далее, зубная паста. Вот зубная паста, я буду хвалить, мне она понравилась очень. Это у нас экстра отбеливание от Ботель. Отбеливание, конечно, не экстра. Если у вас белоснежные зубы свои, то, конечно, будет экстра. Если у вас эмаль, ну, не белоснежная, да, то, ну, насколько возможно вашу эмаль, ну, почистить, вот. Ну, вот настолько и почистит. Вообще хороша паста любителям кофеманам. А я кофеман, поэтому даже вот второй раз, например, почистить зубки днем, она подходит для ежедневного очищения. И она достаточно экономичная, то есть горошины даже достаточно. То есть я использовала ее достаточно долго. Плюс мне еще мои мужчины помогали. И паста мне понравилась прямо, ну, очень хорошая. Она была белая цвета, ну как вот обычная паста, не гелевая. Руки-ноги. Для рук закончился крем от Faberlic. Я тут, как всегда, вот так разрезаю и с двух сторон все удаляю. Омолаживающий крем прекрасный. Он не сразу впитывается. То есть, если работа с бумагами, то лучше подождать немножко, либо совсем капельку его наносить, небольшое количество. Но на ночь вот он хорош, такой достаточно жирненький. Единственное, я к аромату привыкала. Аромат облепихи не раздражающий, но достаточно яркий. И если на ночь наносишь, и руки около лица, вот прям облепиха в нос бьет, вот это вот косметическое, мне это не очень. Но сам крем хорош. Крем для ног долго использовала, месяца три. Это крем от Натоптышей, от Avon. Не знаю, мне кажется, у них они есть, если даже меняют дизайн. То от Натоптышей это вроде всегда есть, да, Avon? Я уже год не делала заказы, наверняка я уже потеряла свой номер порядковый. Ну, в общем, год я Avon не заказывала. Это такой прямо густой-густой вазелин. Я наношу его только под носочки с утра. В кровать с таким кремом не полезешь, даже если это капелька. К простыням будете прилипать. Поэтому для меня это самый лучший способ под носочки на пяточки. Поэтому использовала долго и с удовольствием. Но у меня ноги не проблемные, поэтому больше так, как профилактика, и чтобы и не было проблем. Еще не закончился, но так как это туба, то остатки я выдавила в круглую баночку. Неудобно в тубах наносить крем на тело. Руки, так как вы их используете для нанесения, то очередную дозу выдавить получается, нужно взять тубу уже рукой, которая в креме. И вот эта вот скользкая возня невозможна. Поэтому, если есть возможность, я сразу переливаю из туб кремы в круглые банки. Так удобнее наносить на себя. Тут же нет такой возможности. Один раз подчерпнул и на все тело нанес. То есть нужно несколько раз воспользоваться небольшим количеством, ну, чтобы распределить по телу. Этот крем мне дарили девочки с Израиля, Анечка. И вы знаете, он очень хороший. И по аромату, и по нанесению, и по впитыванию. Не знаю, есть ли такие в России, но вот именно этот мне понравился очень. Здесь опять же облепиха, авокадо. И вот облепиха здесь очень даже приятная. Нет такого вот прямо бьющего в нос. Тут больше даже, наверное, косметическая авокадо и облепиха. Только вот прям совсем-совсем, если где-то издалека. И вот этот аромат мне понравился очень. Он нежный, ненавязчивый.
В общем, всем хорош. Так, вижу еще кое-что тут шампуневое. Ага. Тоже брала в сауну, вам показывала. Это подружка принесла, не знаю, что это за бренд. Вообще-то профессиональная косметика. У нее парикмахер подружка пользуется прям литрами. Литровые банки, так как проф косметика. И она сама постоянно имеет у себя и говорит, что очень хорошая косметика, ну, вот, для волос. Подруга красит волосы постоянно, постоянно стрижка, постоянно осветление. И ей очень нравится. Я попробовала. Ну, мне почему я про подругу больше говорю? Потому что, ну, вот три пробника, это же ну, не тестирование, да, это просто один раз попробовала. Масло, шампунь и кондиционер. Прекрасно работает, мягкие волосы. Мне маслица не хватило, конечно, его лучше добавлять было с чем-то перемешать, потому что тут количество не такое большое. Но попробовала, понравилось. Очень даже неплохо работает. Ну, один раз, всего один раз. Больше моего тестирования не было. Так, что я еще тут вижу? А вижу я вот гель-пенку для умывания, и мне она тоже понравилась очень. Несколько месяцев, прямо полгода, наверное, даже больше использовала. Это от Чистой линии. Обещает снимать даже макияж. Но я весь макияж не смывала, а вот остатки макияжа смывала. И очень даже неплохо смывает остатки макияжа. Это действительно так и есть. Не сушит кожу, работает хорошо, пенится хорошо. Одно нажатие, то даже не полное, и вспениваешь. Прекрасно смывается, нет ощущения, что все с лица никак не смоешь. Этот гель как будто бы остается, потому что бывают такие масляные продукты, когда их потом еще хочется чем-то смыть. Этот смывается полностью. Поэтому мне понравилось. И то, что вот не сушит кожу потом. Не содержит ни парабенов, ни красителей. Без дискомфорта и раздражения. Ну, все так и есть. То есть у меня остались приятные впечатления. Ой, из масок это все. Да, во-первых, я ее брала также в сауну, там начала. Эта маска чем хороша? Она, во-первых, глубоко увлажняющая. И ее не надо смывать. То есть ее наносишь на лицо, на шею, на область декольте и оставляешь. Моментально написано впитывается, если количество маленькое. Здесь всего был объем 7 мл, мне хватило на 4 раза. То есть я 4 раза воспользовалась и прямо вот действительно хорошо. Главное не переборщить и не подумать, что вот эту вот всю пачку нужно одним разом на себя намазать. Это очень много, вам придется это смыть, либо ну, куда-то убрать. То есть, чтобы моментально впиталось, нужно чуть-чуть. Поэтому у меня есть еще одна такая. Это был подарок. И я буду еще ей пользоваться дальше. Все, вот столько я накопила. Больше не вижу. Вернее, вижу вокруг себя коробочки, но еще продукты в использовании. Я вот прямо мне трудно выкинуть коробочки. Я не знаю, почему я их собираю тоже. Кому они нужны, не знаю. Следующий ролик, скорее всего, это будет косметичка на следующую декаду. И на самом деле уже настрой есть на отчеты Project Pen. Хочется уже увидеть, какие же там самые первые результаты 23-го года. Поэтому как свой жду, когда сниму. И, конечно же, жду девочек. Люблю я смотреть отчеты по Project Pen. Поэтому скоро будем с вами наблюдать. Уже осталось совсем чуть-чуть до конца месяца, одна неделька, месяц короткий, и будем встречать весну новыми роликами. Спасибо, что были со мной, надеюсь, со мной было интересно. Сейчас сфотографирую. Девочки, кто в телеграм-канале копит, в конце месяца обязательно будет пост. То есть сегодня его не будет, потому что у нас там пост всегда в конце месяца, просто я сейчас сохраню фотографию, и уже кому интересно, кто принимает участие, конечно, мы в конце месяца посмотрим и ваши пустые баночки, и ваши отчеты, что нравится, что не нравится, что советуете, от чего хотите предостеречь от нежелательных покупок. Ну, а я буду с вами прощаться, всем прекрасного настроения, и всем пока, до новых встреч!